Ванильный кекс с влажной шоколадной начинкой под шоколадной глазурью. Невероятно вкусный кекс можно быстро приготовить в будни, эта выпечка будет отлично смотреться на праздничном столе. Приготовьте кекс по этому рецепту, и вы точно не пожалеете и внесете его в свою кулинарную книгу. Вкуснейший кекс с влажной начинкой внутри. Влажность теста дает вода, смешанная с какао-порошком. Готовится выпечка очень просто и легко. Слои теста выкладываются слоями. Готовый кекс поливается растопленным белым и темным шоколадом. По желанию можно обойтись и одним цветом. Шоколад можно растопить на водяной бане или быстрее будет в микроволновке. Я использую уже готовый жидкий шоколад, купленный в магазине. А еще можно белый шоколад заменить на сгущенное молоко, магазинное или домашнего приготовления. Сливочное масло комнатной температуры смешать с сахаром и взбить миксером или вручную венчиком. Вбиваем по одному яйцу, взбиваем. Добавляем йогурт, взбиваем. Добавляем йогурт, взбиваем. Воду перемешать венчиком с какао-порошком, чтобы не было комочков. Теперь тесто разделить визуально на три части. Одну часть соединить с жидким какао и тщательно перемешать. В остальное белое тесто влить 3 капли ванили и перемешать. Берем форму для хлеба 22-26 см или круглую форму, это на вкусе не отразится. Смазать внутри форму маслом и выложить половину белого теста. Сверху шоколадное тесто. И завершаем оставшимся белым тестом. Нагреть духовку до 180 градусов и отправляем кекс на 50-60 минут. Пробуйте готовность теста деревянной шпажкой, духовки все разные и время приготовления тоже разное. Готовый кекс не спешите сразу вынимать из формы. Пусть он остынет, тогда легко его можно вынуть. Готовый кекс не спешите сразу вынимать из формы. Пусть он остынет, тогда легко его можно вынуть. Растопить белый шоколад и полить им верхушку кекса. Пусть струйки шоколада стекают, так будет еще красивее. Вот такой кекс в разрезе. Приятного аппетита!